Сегодня 26 мая, среда, и последний день учебы именно уже за этот год, за 10 класс. Ну что ж, я уже собираюсь в школу, и смотрите, есть такой вот цветочный фартук, так скажем, потому что, видите, тут есть цветочки на нем, но я думаю, что это самый распространенный вариант фартука. И также есть такой, но он уже более, мне кажется, праздничный, потому что у него тут вверху такие красивые, получается, штучки, и также он сам горошек. Но я не знаю, какой я надену, либо вот этот, либо вот этот, еще у меня платье. Вы спросите, почему я вообще так одеваюсь, потому что у нас такая школьная форма. Вот такая вот у меня получилась яичница. Она, конечно, не очень красиво выглядит, но зато, как всегда, очень вкусная. Мне скоро надо будет уже бежать в школу, поэтому все, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. А я кушать и потом быстренько уже собираться. Кстати, хочу вам посоветовать еще вот такие вот таралини с томатом и ароматными травами. Без сахара. Они очень вкусные, прям реально вообще бомба, поэтому могу вам посоветовать. Я сделала себе такой хвостик и сейчас уже надеваю куртку. На самом деле у нас еще в городе конец мая, а до сих пор холодновато, поэтому приходится надевать вот эту фиолетовую куртку, точнее лавандовую, потому что других я просто замерзла. Наушники у меня заряжены, поэтому надеваю их сейчас и все. Выдвигаюсь, выхожу, пойдемте вместе. Вот так вот я выгляжу, надела кеды свои, потом у меня фартук, платье, надеюсь, дождя не будет, хотя у меня зонт, сменка, у меня все там. Ну, поэтому пойдемте в школу. Я уже пришла в гардероб, сейчас жду Лизу. И мы пойдем. Мы сейчас идем. Снимаем анбоксинг в актовом зале. Так. Воу. Я очень надеюсь, что она не ошиблась. Смотрим так. Смотрите, вот такой вот телефон пришел. Это вот iPhone 13 новый вышел только вот. Так. Воу. О, классно. Воу. Ну, почти давай, не помялся. Давай, мерь скорее, давай. Сколько носа? Так. Так. Момент истины. И красота. Вот. Все, теперь можно бить телефон. Мы пришли на линейку, народу дофига, конечно. Еще такие, которые заработали данную грамоту. Продолжаем наши дела. Мы сейчас пришли в Фокс Пиццу. Тут, кстати, народу вообще нет. И ждем нашу пиццу, которую мы закончили. Кстати, напишите в комментариях, как вы закончили этот учебный год. Будет очень интересно почитать. И у всех, у кого будут экзамены в 9 классе, в 11, тоже желаем вам удачи. Вы все сможете, все напишите, все будет отлично. Поэтому супер. Вот, собственно, все оценки мои за 10 класс. Кстати, еще были предметы, то есть черчение, география, но их почему-то нет именно в этом списке, я не знаю почему, но по ним, собственно, у меня тоже пятерки. Вот первый семестр, второй семестр и год. Так что вышла я отличницей. Вот такую пиццу нам принесли. Как я говорила, она там называется барбекю и бекон, если я не ошибаюсь. Но надеюсь, что она очень вкусная, сейчас попробуем. Так, сейчас мы будем дегустировать пиццу. Вкусно. Знаете, вкусная пицца. Всем советую. Кто скучал по лепсику, вот лепсик. Хорошенький, мягенький. Ну, вот так вот. Все. Выдали похвальный лист тоже. Также у меня еще вот такая вот тут грамота. Потом еще вот победитель школьного рейтинга достижений, ученик-профессионал. Поэтому вот такие вот грамоты я сегодня принесла с собой домой. Расскажите в комментариях, как вы, кстати, учитесь. Посмотрите. Просто кто пришел? У меня есть такой браслетик, который я вам показывала в прошлом видео, когда распаковывала. И смотрите, такие вот два браслетика, они на магнитике, и очень классно. Мы сейчас гуляем. Новый барашек, как выглядит. Только что себе купила вот в лесу, знаете, ребята? Да, в лесу, бесплатно купила. Обязательно берите. Такая вот мне новая кофточка. Красота. Да, вообще красота. Моделя. Красота. Ой, ребята, мы столько фоток наделали. Я не знаю, будет ли это все в Инстаграме. Я надеюсь, хоть что-то будет. На самом деле, реально, мы столько фоток. Я хочу быть рыженькой. Я столько фоток сделала, Лада тоже кучу сделала, поэтому просто ждите фотки. Короче, в моем инстаграм Джулия_Джули_ 13.
Пошлись к модному кварталу, посмотрите, какое небо. Все затянуло тучами, был небольшой дождь, пока мы фотографировались. Но сейчас, как видите, дождя нет, но тучи просто нависли над городом. Очень страшно выглядит. И, кстати, сейчас уже 6:30. Спасибо за съемку, спасибо, благодарю вас. Сейчас пришли в Сенсей, тут на самом деле очень много новинок, чего тут только нет. Но, честно, сейчас мне стало очень лень мерить что-то, потому что уже целый день где-то ходим. Но посмотрите просто, сколько новинок, разные платьюшки. Потом также вот такие вот коллекции. Тут все очень в нежных оттенках выполнено, такие пастельные тона. Вот, смотрите, классная коллекция, сейчас вам покажу. Она прям очень-очень яркая. Вот, смотрите. Такая вот коллекция, я думаю, что это спортивная коллекция специально для спортзала. И цвет прям такой очень крутой. И вот тут шорты появились, то есть уже на самом деле летнюю коллекцию завезли в Сенсей, можете посмотреть. Очень много чего интересного. Сейчас еще зайдем в Кроп, посмотрим, что есть в Кропе интересного и есть ли что-то вообще. Какие тут платьишки, тоже цветочек, но я себе, кстати, купила, я вам уже показывала платье в цветочек. Сумочки, которые сейчас популярны. Так выглядят потом. Смотрите, что тут еще есть интересного. Вот, допустим, тоже такие вот футболки. Мне прям очень нравится этот цвет. Вот тоже, смотрите, тут уже купальники. Вау, какой классный купальник с бабочками. И такие же есть тапки под этот купальник такого же оттенка. Сейчас Resoft. И смотрите, какую тут увидели худи. Прикольную тай-дай. Мне понравился очень оттенок этот. Светлый такой. Вот еще вот такой тоже. Уже потемнее, но тоже, видите, с лавандой. И вот такие вот есть, смотрите, свитшоты. Но они просто без рисунка однотонные. С Ладой где-то близко возле дома. И я купила вот такой гематоген с кокосом. Это, честно, наша всегда традиция. Мы когда гуляем, постоянно покупаем гематогенки. Но Лада сегодня решила не брать гематоген. Взяла какую-то штучку фруктовую пастилу с яблоком. Но я, как по традиции, всегда беру гематоген. Вот такое вот было видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Поэтому обязательно поддерживайте меня лайком, подпиской на мой канал. Не то все, с вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра. До новых встреч и всем пока!